что это как я на Дакаре тогда на спецучастке был. На сервисе один. Александр Параненко и Николай Шаповалов. Прошел хорошо, даже не обосмотрелись. Да все нормально. Пилот вкатывается после прошлогодней аварии, есть еще немножко
жим-жим. Ну ничего, все прошло нормально. На втором круге прибавили, привезли себя почти 2 минуты. Ну тяжело, конечно, после перерыва ехать, потому что, в общем-то, у меня и до этого был достаточно большой перерыв. И не могу сказать, что успел до аварии нормально вкатиться, в общем-то, авария это и показала. Ну и психологически раскатиться, скажем так, тяжело. Тем более гонка очень быстрая, похожа на раллийную, разрывы во временах раллийные. То есть там, ну, лес чуть-чуть есть, там рейдово, но это настолько коротко и мало, что все остальное это чистая ралли. Первый круг прошли, все прописали, Илья вкатился, привык к машине, на второй решили прибавить, ну, шли первые с большим отрывом и как бы, ничего не подъезжало. Машину не успели подготовить, отломалась масса, кабель оторвался от аккумулятора, пока нашли, начали чинить, ну, обломался полностью, там, ну, инструмента нету, то все, то есть пока там подъехал, Серега Савенко дал ключи, ну, и в итоге там минут 25 простояли. То есть, конечно же, на этой гонке здесь буквально все борются за секунды, поэтому здесь любая ошибка не дает никаких шансов уже подниматься на подиум. Давай левый, правый, левый, три такой правый. Левый раз, шурма стоит, машет уже, типа там, в режиме подъезжаем. Этот на крыше валяется там, а этот отъехал уже, ну, метров 300, наверное, впереди, едет. Я так понимаю, что он пристегивался, ехал. Он, видимо, остановился у него. Подал.